Маша Миланченко начала профессионально заниматься настольным теннисом в 9 лет. За ее хрупкими плечами 118 любительских турниров и больше 20 всероссийских, 17 в паре со взрослыми. Воспитанница спортшколы Одинцова заняла 3-е место в составе сборной Подмосковья на летней спартакиаде в Салавате. И неважно, что этот мир она слышит не так, как все. Задачи тренера выполняет точно, наряду с остальными. Вкус победы, говорит Маша, ей особенно по душе. Мне нравится побеждать, я хочу побеждать, чтобы очень много грамот получить, чтобы, ну, чтобы лучше получать. А о чем ты мечтаешь в будущем? Я какие мечтаю на настольный теннис, чтобы стать тренером, как мой папа. Алексей Болотников умело совмещает роль отца и должность тренера со спортом с детства на «ты». Легкая атлетика, баскетбол, борьба. Пришел в настольный теннис и остался. Азарт и эмоции игрового вида спорта оказались по душе. Теперь любовь к этой дисциплине прививает воспитанникам спортшколы Одинцова. По словам тренера, сегодня теннис относится к техничным и сложным видам спорта. Современный настольный теннис в связи с тем, что поменялся мяч с целлюлоидного на пластиковый, более тяжелый, его сложнее вращать, он стал более атлетичным, да, и требует от спортсменов очень хороших физических параметров. Пробежка, работа с мячом, растяжка, а после можно браться за ракетку. Отточить комбинацию для атаки, уделить особое внимание вращению мяча. Чтобы поставить технику в настольном теннисе, уходит немало времени. Подбросить и закрутить – главный принцип игры в настольном теннисе, но при этом после удара нужно еще успеть переместиться. Применял клюшку на ракетку и нисколько об этом не жалеет. Вова Малинский усердно оттачивает мастерство в зале и на соревнованиях. Признается, значимых побед в настольном теннисе еще не достиг, пока нарабатывает опыт на турнирах. Однако индивидуальный спорт все же ему нравится больше, чем командный. Своей как бы разнообразностью, то есть там, не одно действие восполняешь, а много разных действий. То есть, накаты, срезки, топсы и так далее. Пока одни отрабатывают удар индивидуально, другие тренируются в парах. Подготовка к новым соревнованиям идет полным ходом. Задачи перед спортсменами тренер ставит серьезные. И, скорее всего, они будут достигнуты. Татьяна Верняковская, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».